Ребята, помогите, пожалуйста. Я снимаю ролик в YouTube. Мне не хватает пару хороших реакций на мою игру на гитаре. Я вам сейчас сыграю, вы как-нибудь круто отреагируете. Хорошо, давай, не слышу. Только смотрите, я сейчас сначала вам сыграю на гитаре плохо, прям плохо, и вы плохо отреагируете, то есть типа, ну херня какая-то. А потом я вам сыграю на гитаре хорошо, и тогда вы уже прям максимально покажите свою реакцию, то что вау, круто, окей? Давай, давай, окей, без вопросов, братан. Все заново снимаем. Пацаны, здорово, сыграть на гитаре? Да, 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 давай, пожалуйста. Давайте сейчас. Да. Может, по-нормально гитара петь, пожалуйста, мы хотим слушать вас. Получше сыграть что-нибудь? Да, 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 да. Что ладно, будет? Как насчет этого, ребят? И вот сейчас прямо крутую эмоцию сделайте, хорошо? Давай, давай. Все, а как вот это вот вам, ребят? Давай, что ли? Бля, пацаны, спасибо, спасибо вам большое. Друзья, всем привет. Как вы, наверное, уже поняли, этот выпуск будет немного необычным. Я буду просить своих собеседников подыграть мне в своих реакциях на гитару. Сначала я буду играть плохо, а в моменте, где люди должны будут показать свое максимальное восхищение, я буду играть так же плохо. И мне самому интересно посмотреть, что из этого выйдет. И еще, по-моему, вы перестали подписываться на меня, поэтому не скупитесь на подписки и лайки. Мне для видео не хватает пару интересных реакций. Ну, на гитару, соответственно. Угу. Сможете помочь? Да, конечно, давай. Смотрите, у меня формат видео такой, что я сначала играю на гитаре плохо. Вот, угу. И как бы людям это... Они такие, у них такая должна быть реакция, да-да-да-да. А потом я играю на гитаре хорошо, и вот должна быть максимально классная реакция от вас. Сможем это сделать? Попробуем. Помогите мне. Значит, можно заново, да? Девчонки, привет! Могу для вас на гитаре сыграть. Хотите? Ну, давай. Ага. Ну, как вам? Ну... Такое себе. Такое. А, слушайте, а если я сейчас вот попробую вот так вот сыграть, скажите, что вы вообще думаете? Офигенно. Прикольно. Я думала, ты не умеешь играть на гитаре. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Ты чё, вор, что ли? Нет, номера, видишь, вор. Вор, ну, вор ты. Не, я не вор. Ты вор. Да. В законе. В очках? Не, без очков. Без очка? Не, это ты без очка. Откуда знаешь? Вижу. Ты видишь что-то больше, чем у меня сейчас на экране? Ну да. Слушай, у меня один вопрос. В какой тачке ты сидишь? В семерке. А на кепке Мерседес. И чё? Чё, ты не смог своровать Мерседес? Сворую. Пока что только кепку своровал. Не. Ну как нет? Не только кепку. Номера? Нет, номера мои.
Так а вообще что ты своровал тогда? Все. Я все ворую. Ты что, в армии служишь? Нет. А что у тебя армия России написана? Батина футболка. Серьезный человек. Донашивают вещи за отцом. Ну, естественно, блядь, это Россия. Я сейчас тебе сыграю плохо на гитаре, ты хреново отреагируй, окей? А потом я тебе сыграю на гитаре, и ты прямо... А что ты хуёво будешь играть, кузнечика? Ну, типа того, ну какую-то херню. То есть прям хреново отреагируй, скажи, блядь. Ну давай, что-то... поехали, работаем. А потом поможешь, да? Так, ну что тогда, камера, мотор, поехали. Давай, типа, щелкаем, типа, дело вид, что ты щелкаешь. Типа. Вот так вот, все. Здорово, здорово. О, ты что, гитарист, что ли? Да, гитарист. А ты что, в армии служишь? Да нет. Батя служил, я за него футболку донашиваю. Россия, что поделаешь, братан? Россия, да. Россия, да. Слушай, давай на гитаре тебе сыграю, окей? Да я даже не знаю. А ты хорошо играешь? Ну так, слабенько. Ну, не знаю, сейчас оценим. Просто батя, когда с армейки пришел, он там показывал это дембеля, знаешь, там дембеля, дембеля, вот это ну, вот. Ну, сейчас что-нибудь попробую, сыграю, ты уж там как-нибудь. Давай. Так. Не, что-то как-то это... Не очень. Ну, скилл недоразвит, недопрокачивал. Ты видно, недавно, да? Ну да, я только начинаю. Слушай, дай мне еще один шанс, хорошо? И вот сейчас выдай максимально хорошо эмоции, окей? Давай. Сейчас тебе попробую сыграть что-нибудь, давай. Ну как? Ничего себе. Вот правой рукой ты прям там наявил хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо. Блять, серьезно? Что за хуйня мы Мужики, поможете кое в чем? Что? Мне нужно для видео хорошая реакция нужна на гитару. Я сейчас хорошо сыграю на гитаре. Сможете классно отреагировать? Ну давай. Смотри, у меня видео, знаешь, такого формата, что я сначала людям играю на гитаре плохо, что-нибудь типа. Они плохо должны отреагировать, то есть ты сейчас должен среагировать плохо, то есть там, типа, ну, фигня какая-то. А потом я сыграю хорошо, и ты должен прям все свои эмоции показать мне, хорошо? Давай. Теперь заново съемочка пошла у нас. Ответим. Ну, хорошо, ты играй. Сейчас я играю. Слушаю. Давай. Ну, как сказать тебе, 50 на 50. 50 на 50, да. Вот. А вот если вот так, и вот сейчас покажи все свои эмоции, хорошо? Угу. А вот если вот так вот? Ломбарда, как же? А? Класс! Супер! Четко. Я в Ютубе смотрю. Меня? Можно тебе что-нибудь сыграть? Да, Металлику конечно. Знаешь? Давай. Давай.
Прикольно. Слушай, единственное, могу тебе сделать пару замечаний. Смотри, во-первых, настрой гитару, настраивай ее всегда. Во-вторых, супер быстро торопишься. Прям торопишься непонятно куда. Куда ты спешишь? Да я, блин, волнуюсь просто, и все. Даже не надо волноваться, не надо торопиться. У тебя все нормально, у тебя есть техника. У тебя все хорошо, тебе нужно просто ритмику держать. Ты куда-то прям спешишь. Ой, смотрел в Ютубе, где ты там одной девочке говоришь, типа палец ставить, а она все это вверх вот ставит. Да, была такая, была одна такая дама. Всем спасибо за просмотр. Если тебе понравился такой формат видео, обязательно поставь ему лайк и напиши что-нибудь в комментарии. Я обязательно это прочту. Пока!